Здравствуйте, тайбоксеры. Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодня я вам покажу отработку такой практичной серии. Довольно простая серия. Ну, такая в бою очень пригодится, очень она часто используется. Обоюдная отработочка. И, естественно, сразу покажу от нее защиту. Так как часто уже бывают, ребята делают ее, делают в атаке, делают в защите. Вова поможет мне сейчас. То есть наша серия фронт, два прямых. Мы отрабатываем эту серию сначала для защиты фронт 2 прямых, это левый фронт. То есть противник нападает, вы встаете в стоечке сразу с левым коленом, да, встречаем удар, готовимся принять любой удар ногой. И когда противник видит, что мы сделаем блок, да, он ногой уже не бьет. Обычно сразу стараются пойти руками. То есть и в этот момент ваша задача это этой же поднятой ногой сразу его встретить фронтом. Это физически довольно, ну, непросто, скажем так, для неподготовленного человека, да, с поднятой ноги сделать вперед удар хороший, с корпусом туда пробить, чтобы встретить противника довольно тяжело. Ну, если вы это будете отрабатывать регулярно, как бы это все войдет, это довольно будет просто. Главное сработать. В чем прелесть этого фронта? В том, что он абсолютно неожиданный. То есть, когда противник нападает, он видит, что вы стоите в защитной стойке с поднятым коленом. Удара от вас не ждет ногами вообще никак. Все стараются сразу на вас пойти руками. То есть Вова как бы старается делать два прямых, да, я стою в защите, он идет на меня два прямых, я его встречаю сразу в корпус, он сразу подсаживается, удар будет ощутимый, особенно если в солнышко где-то вставите, хорошо нога ляжет в солнышко, он сразу подсядет, и я с этого же положения ногу опускаю вперед левую, и сразу два прямых ему бросаю. То есть мы отрабатываем, он как бы идет, сейчас я работаю в защите, он идет как бы атакующий, как атакующий боец. То есть я стою в защите, он идет раз, встретил, и сразу на ногу заваливаюсь и пробиваю два прямых. То есть я не пробиваю, на нее заваливаюсь сразу с руками. Дистанция сокращается за счет шага, и сразу добавляю два прямых. То есть теперь его вы отрабатываете по очереди. Сначала один, потом второй. То же самое я сейчас. Вова сейчас в защите. Я делаю вот так, он закрылся, я иду, он встречает, и сразу два прямых. Потом вы начинаете защищаться. То есть атакующий, да, и сейчас Вова будет атакующим бойцом, я буду в защите. Я в защите делаю свою серию, фронт, два прямых. Вова защищается от прямых. Я вам показывал на прошлых видеоуроках, да, как научиться защищаться в драке. То есть защиту от прямых. Он делает или прием рук, или сбивку, или уклоны. То есть он, получается, идет на меня, отрабатывает защиту. Я встречаю его и отрабатываю серию. Такая обоюдная отработка. То есть каждый отрабатывает свое. Я отрабатываю серию, он отрабатывает защиту. Все, и мы работаем. Он пошел, я встречаю, он два уклона сделал. Опять я его встречаю, он в атаке, я встречаю, он две сбивки сделал. Опять он идет, я встречаю, он два приема сделал. Опять я встречаю, два прямых ушел. И так вы работаете, и потом, то есть вы можете там 2-3 минуты засекли, один поработал, потом наоборот, второй номер работает в защите, первый идет в атаку и отрабатывает защиту от прямых ударов руками. И это обоюдно. Когда получается, вы можете эту же серию отрабатывать только в атаке, то есть обоюдно друг друга эту серию бросать. То есть, например, только здесь уже мы не встречаем левой ногой, а фронт пробиваем прямо атакующий. То есть прямо в фронт я его толкаю и сразу пробиваю серию правый-левый. Или если же я фронт толкнул и ногу вернул назад, а мне удобнее левый-правый опять пробить. И защиту мы делаем ту же самую. То есть вот прямо фронт мы принимаем, да, или можем его сбивать рукой. Мы это делаем раз, и сразу два прямых он или принимает, или сбивает. И то же самое вы друг другу бросаете, уже как бы такая работа идет, кто кого сериями перебьет. То есть друг друга обоюдно мы это все делаем. Да, чуть-чуть сейчас поделаем немножко серий. То есть фронт, бам, и два прямых он ушел. И он мне фронт, и два прямых я принял. И сразу же от его прямых я два фронта сейчас оп, встретил. Пустил он фронт, ушел, прямые сбивочки сделал, принял. И так вы работаете друг другу по очереди, набрасывайте, все красиво, хорошо делаете, аккуратно. То есть основная ваша задача это как бы отработать защиту. Не именно вставляться, не стараться вставить, отработать защиту в высоком темпе. То есть вы успевали реагировать и на ногу, и на руки,
и могли это все понимать хорошо, воспринимать движение ноги, руки и защиту, естественно, от этого всего. На сегодня все. До встречи в новых видеоуроках. Пройдите по ссылочкам ниже. Больше интересного. Счастливо!